мы желаем крепкого-крепкого еще раз здоровья. Спасибо, спасибо. Благополучие. И вам уже огромное спасибо, как говорится, спасибо деду за победу. Уже. Александру Алексеевичу Жуку встречает гостей не впервой. Ведь каждый год в преддверии 9 мая на пороге его дома шумно и празднично. 2022 не стал исключением. Поздравить заслуженного героя в деревне Чернавчицы пришли представители районного совета депутатов, военные, школьники. Многие принесли цветы, подарки, а изюминкой стала картина, на которой изображен Александр Алексеевич. Пожелания добра и крепкого здоровья, как и благодарность за победу, с теплотой прозвучали в его адрес. На территории района сейчас всего лишь осталось в Прибужье 9 ветеранов живущих. И мы сегодня специально привлекаем молодежь, школьников, для того, чтобы они еще могли, у них есть шанс, у всех нас есть шанс еще воочию увидеть тех людей, пообщаться с теми людьми, сказать им слова благодарности. Именно им уже так этого не хватает, потому что люди уже все пожилого возраста, далеко преклонного. И вот у нас есть шанс для того, чтобы мы могли еще с ними пообщаться, воочию услышать то, что они пережили. Накануне Дня Победы получили поздравления на дому еще два ветерана Великой Отечественной войны – Иван Константинович Михальцов и Александра Михайловна Поверенного. Они воевали за жизнь будущих поколений. Теперь пришло наше время – беречь их, как зеницу ока. Ведь сегодня главная задача молодежи – помнить о том великом подвиге, который совершили наши деды и прадеды. Они подарили нам самый дорогой подарок – Великую Победу и мирное небо над головой. Сегодня это наши герои, которые достойны не только денежной выплаты, но и удостоены возможности вновь и вновь услышать слова благодарности за то, что отстояли мир. Я не ожидал, но я мечтал, что я заслужил это, потому что меня напомнили такие годы прожить, и мне до 97 годов. Ух ты! Спасибо большое всем, кто поздравил, кто отдал должное. Поблагодарим всех. Ох, спасибо Богу и вам. Иван Константинович настолько рад был гостям, что даже не хотел их отпускать и решил порадовать их, исполнив песню военных лет. А потом гармонь в сторонку Паншуцкой отложил с курносенькой девчонкой. Он шутя заговорил. С каждым годом отдаляется от нас май 45-го года. Поэтому в преддверии праздника чествуют ветеранов, прошедших через суровые испытания и победивших фашизм. Отдают дань глубокого уважения труженикам тыла, самоотверженно ковавшим великую победу. Для них в торжественной обстановке ровным строем и с музыкой прошел оркестр 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Организовывая такой праздник, что самое главное для ветеранов сегодня – это внимание. Услышать о Великой Отечественной войне из первых уст сейчас становится почти невозможно. Потому так ценно каждое слово седовласых ветеранов, ведь подвиги прошлого живут благодаря воспоминаниям.